Ледяное великолепие в этом году может существенно померкнуть, а фестивальные скульптуры из городка исчезнуть. Совсем. Все, жалоба зарегистрирована и получила свой входящий номер. Представители общественной организации «Роспилурфо» нашли в документации на проведение фестиваля ледовых скульптур нарушения. Заказчик объединил в одном тендере и организацию конкурса и размещение участников в гостиницах. А это разные категории работ. Жалобу я подала, потому что считаю, что такие работы могут выполняться намного дешевле, учитывая, что с 2010 года стоимость ледового городка для города Екатеринбурга возросла на 40%, по моему мнению, совершенно необоснованно. В этом году аттракционов нет, но тем не менее его стоимость опять возросла. Я считаю, что аппетиты управления культурой администрации города Екатеринбурга пора унимать. Если предыдущие годы тендеры на строительство городков играли единым лотом, то в этом его разделили на два. Само строительство и фестиваль скульптур. Екатерина оспаривает именно фестиваль. Конкурс был объявлен 23 октября. Темой работ стал глобальный разум, отсылка к Экспо-2020. Начальная цена контракта 3,5 миллиона рублей. В управлении культуры нас встречают, как всегда, тепло. Мы — это новый регион. Сегодня поступила жалоба. Вы что вот делаете? Нет, подождите секунду. Позже назовут действия распиловцев самопиаром и заявят, что вызов принят. Там никаких нарушений нет. Значит, пожалуйста, пусть вас разбирается. Специальная такая служба и создана. То есть вы не сомневаетесь в том, что решение будет в вашу пользу? Абсолютно не сомневаюсь. В какую нашу пользу? В пользу управления культуры. Вас все равно же как ответчика туда пригласят на комиссию? Я считаю, что если будет решение, то будет в пользу города, а не в пользу управления культуры. Вы это как бы не путаете. Между тем, Татьяна Ярошевская уже была оштрафована на 80 тысяч рублей за нарушение закона при торгах на прошлогодний ледовый городок. Тогда управление культуры объединило в одном заказе строительство и обслуживание и услуги по поставке и обслуживанию аттракционов. Комиссию антимонопольной службы в этом году ждут уже на следующей неделе. А пока острословы обсуждают возможный облик скульптуры на тему «Глобальный разум». Самое циничное считает, что победительница фестиваля должна выглядеть вот так. Пока враг спит, мы занимаемся делом.